США на 99-м году жизни скончался бывший сенатор-республиканец, неоднократный кандидат в президенты Боб Доул. Он участвовал во Второй мировой войне, получил несколько наград и был тяжело ранен. Доул четырежды безуспешно боролся за Белый дом. Он оказался единственным в истории политиком двух главных партий США, который претендовал в разное время и на президентский, и на вице-президентский пост, но ни разу так и не был избран.